Добрые, поучительные и волшебные. Сказки связаны у многих с самыми теплыми воспоминаниями из детства. Библиотекари из Глазова Удмуртской республики предлагают саровчанам попробовать себя в роли авторов этих удивительных историй. И не простых, а научных. Для чего они придумали такой вид сказки? Ответ очень простой. Чтобы объявить конкурс «Атомные сказки» для подростков 12-16 лет городов присутствие госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и «Наукоградов». Научная сказка – это увлекательный рассказ, в котором ребенок почерпнет для себя новые знания. Тема конкурса – атомная отрасль. В сказке обязательно должен быть сюжет, главный герой и счастливый финал. Принимают только неизданные работы объемом в прозе до 20 тысяч, в стихах до 8 тысяч знаков с пробелами. Конкурс проходит в три этапа. Первый – подготовительный. Это основная задача его заключается в том, чтобы разработать, придумать, нафантазировать, сочинить сюжет и записать текст. Второй этап с апреля по май заключается в том, что мы эти сказки в электронном виде принимаем в библиотеке. Лучшие работы отправят в Глазов, где на заключительном этапе опубликуют сборник атомных сказок, экземпляры которых пришлют в библиотеку Маяковского вместе с сертификатами участников. Работы принимают в электронном виде до 31 мая на почту pr.lib.sar@gmail.com. Подробности о конкурсе можно узнать по телефону 99406.